Чебоксары вернулся участник чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Евгения Краснова в столичном аэропорту встречали студенты и представители Минобразования Чувашии. Мастер производственного обучения чебоксарского техникума обошел соперников из почти 70 стран и попал в десятку лучших своей компетенции. Поздравляем! На груди у Евгения самая ценная медаль за профессионализм. Дорога домой была долгой, но в его глазах, кажется, нет усталости. Участники чемпионата работали 4 дня. Евгений Краснов выступал в номинации «Кондитерское дело». Изготовил двухъярусный торт, карамельную скульптуру или антреме. Каждый день он покорял жюри своим кулинарным талантом. Приходили мы к 8 утра, уходили иногда и в 9, и в 10 вечера. Ты всегда находился в таком темпе мощном. Ты должен был отдаться всему этому полностью, чтобы выступить достойно. После закрытия наказания арены мы встретились с Пусиным. Он был доволен результатом, потому что мы заняли второе место по общему количеству медалей. И он сказал, что мы будем поддерживать, будем развивать все это. Женя – участник движения WorldSkills 2016 года. В его копилке медаль за высшее мастерство 5-го национального чемпионата. Теперь появилась и награда мирового уровня. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.